Как должно быть организовано рабочее пространство? Это новая тема проекта «Время трендов». Его проводит портал «Толк» и журнал «Автограф». Культура труда однозначно меняется. Офисы коридорного типа уходят в прошлое. Сегодня в современных офисах вы увидите кухню, место для отдыха, шашлычную, сможете поиграть в PlayStation и без зазрения совести устроить кофе-брейк. Есть, ну, задачник, да, в котором есть наши задачи и оценка по часам. И если ты в течение своих рабочих часов успеваешь все это сделать, то к тебе нет вопросов, чем ты занимаешься все остальное, там, свое рабочее время. То есть мы не придираемся к тому, чтобы там смотреть, а ты не больше 5 минут там сходил, там, пообедал. Также в Барнауле появился запрос на столы, которые меняют свое положение и позволяют сотрудникам работать стоя. А еще на работоспособность могут влиять и высота потолков, и качество воздуха в помещении. Многие детали рабочего пространства обсуждаются еще на этапе проектирования. На это обращают сейчас даже вот самые заурядные ребята, что есть у вас приточка, выдержка или нет. Как нам тут дышать через окно, локация какая, близко к дороге или нет, окна. Вот тоже панорамное остекление, это все замечательно, но опять же по сторонам света. Да? То есть если это южная сторона, и там выгорать все будут, ну, постоянно за шторками. Мы даже до смешного делаем отдел бухгалтерии на отдельную ветку вентиляции и кондиционирования, потому что у них почему-то свой климат, как бы это смешно ни звучало. У них все лучше бухгалтерию не злить, как все время говорят. Работодателям непросто, ведь нужно еще учитывать бюджет, чтобы вложения в людей окупились. Вот что угодно можно накрутить, там, понадумать. Самое главное, что у заказчика всегда есть какой-то бюджет. Это бизнес, это коммерция, это надо окупить. То есть там через год или через какой-то, то есть заказчик строит себе финансовый план. Финансовый план должен работать, иначе это не надо. А среди собственников здания идет борьба за потребителя. Ведь сегодня ему важна не только парковка, удобная локация, но и современное техническое оснащение внутри. Сейчас есть проект, где места общего пользования, ну, немного коридоры расширились, есть побольше фойе, да, есть уже кресла, столики и там кофе-поинты. Вот. Но борьба за потребителя и вот удержать арендную ставку там, в размере там, 1500 собственникам, либо там, рантье, придется реализовывать такие проекты. Там как раз дизайнеры в помощь. Просто культура это только сейчас к нам приходит. Раньше просто построили и уже хорошо все сдавалось. А в будущем путь будет чуть посложнее. Возможно, многим работодателям в ближайшем будущем придется вкладываться в эргономику своих сотрудников. Ведь, по словам экспертов, если раньше в дефиците были айтишники и маркетологи, то теперь бывает сложно найти и удержать токаря. И да, сегодня современные комфортные условия труда нужны не только творческим людям. В любом деле есть профессионалы. Если сделать все правильно, результат будет отличный. Потому что эти профессионалы, они, как правило, потратили годы для того, чтобы получить какие-то знания. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.